Привет всем! Сегодня у нас на тесте Simplex Plus от Nocte Macro. Прогоним его по золотым целям граммовым. Здесь я сразу записываю VDI. Так, включаю камеру. Все, запись пошла. Значит, что? Начинаем, как обычно, с мелких целей. По настроечкам. Поставил парк 1 в максимальную чуйку, отстроился от грунта, убрал одну дольку. Все. Остальные, как бы, параметры там особо не влияют. Довольно глубокий режим на симплексе. Начнем тогда с крестика. Крестик у нас граммовый, 585 проба. В общем, копательный сигнал где-то 7-8 сантиметров. Дальше возьмем цепочка, 1,5 грамма, 585 проба с замочком. Трудная цель. Прибор видит, то где-то около 5 сантиметров. Дальше у нас цель, это серьга в открытом виде, 585 проба, ровно 1 грамм. Тоже видит около 5 сантиметров. Следующая цель, это кулончик 1 грамм, 585 проба. Хороший отклик до 20 сантиметров. Следующая цель у нас кольцо 1,2 грамма, 585 проба. Где-то 24-25 сантиметров можно вытянуть уловимый сигнал. И последняя цель, это у нас обручальное кольцо, 5 грамм, 585 проба. Уловимый сигнал на 30 сантиметров. Вот, в принципе, все стандартные цели мы прошли, но у меня еще есть 3 девяточки и граммовый слиток. Посмотрим VDI. Как звучит чистое золото. Все, друзья, такой вот тест. Аппарат золото видит. Результат по глубине вы видели. VDI вы видели. Все, всем пока.